Привет всем моим пусикусам, а также всем тем, кто впервые наткнулся на этот чудесный розовый канал. Я до сих пор немножко охрипшая, но я надеюсь, это не станет помехой в моем творчестве, поскольку у нас сегодня будет дико яркий макияж, который идеально подойдет для любой вечеринки, а также на свидание. Макияж яркий, красивый, простой и со стразиками. А как его повторить, все подробно из этого видео. Поэтому садимся поудобнее, поддерживаем авансами это видео большими пальцами вверх за честность и креатив и подписочкой на мой канал. Ну а чтобы не потеряться в связи последних мировых событий, подписывайтесь и на мой телеграм-канальчик. Все самые свежие фотографии, а также мои креативные идеи, высказанные вслух или в письменном виде, все именно там. И на повестке дня у нас макияж инстасамки. Ее можно любить, можно ненавидеть, но образы у нее достаточно яркие и очень актуальные. Последний год нас не сильно радовала и баловала своими макияжами, поскольку решила отказаться не только от бровей, но и от макияжа в целом. Но из свежачка я листала и нашла ее ультрасвежий актуальный образ, который подойдет даже тем, кто инстасамку не любит от слова совсем. Очень красивый макияж в бронзово-золотом оттенке со стразами. В самом макияже так не делается, но я миксану два цвета между собой. Основной цвет глаз вот этим бронзовым. И, конечно, в центр глазика немножко добавлю вот этот желто-золотистый. Тени по текстуре металлик наносятся всегда легко и просто. Не нужна даже никакая база. Поэтому я сразу приступлю к своему основному лайфхаку с канцелярским скотчем. Нарезаю две одинаковые полосочки, приклеиваю по линии стрелочки. И, как указано из фотографий, приклеиваю их не под наклоном, а прямо. Пальчик в руки, а для растушевочки вот такую широкую синтетическую кисточку, палеточку от Too Faced Chocolate Gold. Кстати, она пахнет шоколадом до сих пор. И основной цвет у меня будет вот этот вот металлик, немножко с бронзовым оттенком. Если у вас нет дуохромных теней, создайте их сами. Я добавляю вот этот желто-золотистый центр глазика. Снимаем канцелярский скотчик. Получилось ровно, но не совсем. Верх глазика у нас кривой. Теперь мы берем ватную палочку. Баночку кокосового, оливкового, репейного, растительного масла. Окунаем один кончик палочки в маселко. Выравниваем кошачью вытянутую форму глазика. Убираем ляпки-тяпки. И другой стороной протираем излишки масла. На всю эту ровную графичность у меня ушло всего 3 ватные палочки. Но как выглядит четко. И с цветом я попала. Двигаемся дальше. Цвет яичной скорлупы, который я нанесу в пространство между бровью и золотой дугой. Приступаем к декору. Декору маленькими стразиками. Как в лучших традициях сериала «Эйфория», стразики расположены на линии стрелочки и идут через одинаковые промежутки, вплоть до самих хвостиков. Я освежаю тушь на верхних и нижних ресничках. Буду использовать или пучки, или вот такие вот клочочки, пучочки от целых накладных ресниц. И распределю их как пучки.
с возрастом начинаешь слышать голос в голове. Прошу не пугаться. Голос постоянно говорит: не выбрасывай, вдруг пригодится. И пригодилось. Заюзанные реснички, которые я хотела выбрасывать. Но все-таки это Huda Beauty. Это очень дорогие были раньше ресницы. Сейчас их просто нет в продаже. Я их накромсала на кусочки и... Ого-го, как пригодилось. Выглядит просто, на мой взгляд, супер. Но этот образ был бы до финалочки недовершен за одним маленьким нюансиком нижней частью глазика. И нижняя часть глазика – это золотая бронзовая стрелочка, идущая от кончика глаза и ведущая прямо до хвостика. Ее я буду рисовать с помощью кисточки, купленной мной в магазине для художников, синтетическая. Макну в мицеллярную водичку и наберу чуть-чуть золотых теней. Как говорится, не царица, не Клеопатра, а в данном случае инстасамка на все 1000%. Попадение в цвет просто бесподобное, попадание в образ в целом просто бесподобное. Все подробные фотографии инстасамки с этим образом и то, что получилось у меня в моей группе ВКонтакте Pushpink TV, подписывайтесь. У нас там все больше и больше. И, конечно, отдельные видосики и целые фотоальбомчик я загружаю каждый раз в свой канал в Телеграме. Подписывайтесь и туда тоже, чтобы нам не потеряться, если что-то случится. Но попадение в образ просто шикарное. Я бы даже сказала, это один из лучших и удачных макияжей инстасамки. Его можно создать как в клуб, так на вечеринку, на фотосессию. И вообще в целом выглядит очень достойно. Пишите свое мнение в комментариях и не забывайте подписаться в группы. Не, ну вот когда хорошо, тогда хорошо. Я не знаю, на какое мероприятие собиралась Дарья Затеева в таком образе, но лично мое пожелание, чтобы ярких образов у нее было больше, и она нас всех дружно вдохновляла на такие креативные свершения. Ну, что ж сказать. Всем спасибо за ваш просмотр, искренне люблю и благодарю вас за вашу поддержку, стараюсь только для вас, несмотря ни на что, чтобы со мной не происходило, чтобы не происходило в мире, я буду стараться вас радовать и удивлять чем-то новеньким и ярким на регулярной основе, несмотря ни на что, поэтому большой палец вверх, подписочка на мой канал прямо сейчас ставим ради этого золотого мерцания. Большой палец вверх, подписочка и колокольчик. Ну а вам я хочу пожелать крепкого здоровья и себе тоже крепкого здоровья. Надеюсь, в следующем видео мой голос будет поприятнее. Всем желаю крепкого здоровья, отличного, уже осеннего настроения. И осень – это не повод хандрить. Осень – это повод радоваться и мерцать всеми золотыми оттенками. А как добавить золото, стразиков и ярких цветов – в этом я вам всячески помогу и советом, и делом в каждом своем видео. Всех люблю, всех целую. С вами была я, Pushpink. И до скорых ультра ярких и полезных бьюти-встреч.